Потенциал. Давайте научимся решать самые простые задачи. Но прежде всего давайте введем некоторое обозначение. Потенциал я буду обозначать буквой φ. Вот так вот я буду обозначать потенциальную энергию. Так мы будем обозначать работу. Работу. Ну, прежде всего, несколько слов. Ну, вот имеется какой-то заряд. Большой. Да? Вокруг этого заряда, естественно, существует электрическое поле. То есть, если в эту точку вдруг попал какой-то пробный положительный заряд, значит, на этот заряд Q будет действовать сила. Ну, давайте возьмем, что этот заряд положительный, этот заряд положительный. Значит, на него действует сила. А что такое сила? Сила – причина ускорения. То есть, по идее, этот заряд должен начать двигаться с ускорением в электрическом поле. Естественно, по мере его удаления от этого заряда, эта сила все время будет меняться, она будет уменьшаться. Но, тем не менее, сила действует, заряд ускоряется. То есть, у него изменяется скорость. А раз изменяется скорость, мы можем говорить об изменении кинетической энергии. Вот вопрос, а откуда вдруг эта кинетическая энергия взялась? За счет того, что в самом начале, да, у этих двух зарядов была потенциальная энергия. Значит, по мере удаления от этого заряда можно говорить, что либо потенциал увеличивается, либо потенциал уменьшается в зависимости от того, какой заряд в эту точку поля попал. Ну, в данной ситуации, если это заряд положительный, он будет удаляться, и потенциальная энергия будет уменьшаться. Будет уменьшаться. Ну, хорошо. То есть, что мы можем сказать? Что в этой точке у этого заряда была энергия. Так вот, отношение потенциальной энергии к заряду и будет называться потенциалом. Потенциальная энергия, которой обладает вот этот вот заряд, вследствие его взаимодействия с полем в данной точке. Вот и все. Значит, смотрите, поскольку я сказал, что этот заряд все время будет удаляться, вот, и его потенциальная энергия, а вследствие потенциал будет все время уменьшаться, то мы можем сказать, что потенциал в точках, которые очень далеки вот от этого заряда, там потенциальная энергия, а следовательно и потенциал будет равен нулю. То есть на бесконечности. А что такое бесконечность? Бесконечность, когда вот взаимодействие между этими зарядами будет настолько мало, что и можно пренебречь, в принципе. Вот. Так вот, на бесконечности потенциал будет равен нулю. Вот и все. Ну, хорошо. Мы определили, что такое потенциал. А теперь порешаем самые простые задачки. Задачка первая. В некоторой точке поля есть заряд 500 нанокулон. И в этой точке заряд обладает энергией. И в этой точке заряд обладает энергией. Ну, какой энергией? Потенциальной, естественно, да? 0,0,0,1 джоуль. Джоуль. Вопрос. А чему будет равен потенциал в этой точке? Чему будет равен потенциал в этой точке? Потенциал в этой точке – это есть отношение потенциальной энергии к заряду. Вот и все. Задачку решили. Значит, что мы делаем? Поделим 0, 0, 0, 1,
джоуль. На 500. Нанокулон. Что такое нанокулон? Нано – это 10 минус 9. Возьмем калькулятор, сосчитаем и получим. А получим 2000. 2000 чего? Вольт. О! Вольт. 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 Получим. Вот. Вольт. Ага. А что ж такое вольт? А вольт у нас определяется следующим образом. Джоуль. Ну, кулон. Это и есть у нас вольт. То есть, если мы берем заряд в один кулон, совершаем работу, чтобы перенести из одной точки в другую один джоуль, да, вот, значит, разница потенциалов между двумя этими точками будет равняться 1 вольту. Будет равняться 1 вольту. Ну вот, например, здесь потенциал 24, а здесь потенциал у нас, допустим, 23. Мы хотим отсюда сюда перенести. Тут 24 вольта, тут 23 вольта. Вот. Значит, заряд перемещается. Оп. Вот сюда. Заряд в один кулон. Значит, поле в данной ситуации будет совершать работу в один джоуль. А если мы возьмем заряд положительный, хотим перенести его отсюда, вот сюда. То есть мы будем работать в данной ситуации против поля. И мы будем совершать работу в один джоуль. А работа электрического поля в данной ситуации будет отрицательно минус 1 джоуль. Вот. Ну, задачку решили. Давайте еще одну решим. Вопрос такой. Значит, заряд. Заряд 1 микрокулон находится в точке, потенциал которой... Потенциал которой 5 киловольт. Вопрос. А какой энергией будет обладать этот заряд в этой точке? То есть, что мы должны сделать? Мы должны с вами найти потенциальную энергию в этой точке. Ну, определение. Что такое потенциал? Отношение потенциальной энергии к заряду. Значит, для того, чтобы найти эту потенциальную энергию, нужно просто заряд умножить на потенциал в этой точке. Вот и умножаем. 1 на 10 минус 6 степени кулон умножаем на 5. 10 в третьей, потому что кило это 1000, на 10 в третьей вольт. Ну и что получается? 5 на 10 минус 3. А что такое кулон на вольт? Это джоуль. Вот и все. Получили. Ну, можно писать 5 милли-джоулей. Потому что 10 минус 3 это милли. Еще одну задачку. Еще одну задачку решим. Почему бы и нет? Итак, задачка такая. Для того, чтобы перенести заряд 4 на 10 в минус 7 степени кулона из бесконечности в некоторую точку электрического поля, совершается работа. А, работа. У нас совершается работа 2 на 10. В минус четвертой степени джоули. Вот. Чему будет равен потенциал в этой самой точке. Итак, что мы знаем? Работа это всегда есть изменение энергии. Когда у нас совершается работа? Когда изменяется энергия.
А мы с вами договорились, что на бесконечности работа, потенциал и потенциальная энергия на бесконечности будет равна нулю. И вот тут есть еще одно определение потенциала. Потенциал – это та работа, которую нужно совершить, чтобы доставить заряд из бесконечности в данную точку. В данную точку. То есть, это работа по перемещению заряда. Вот и все. Понятно, что если у нас потенциал и потенциальная энергия на бесконечности равна нулю, то вот эта вот работа приводу заряда из бесконечности в данную точку, да, ну, естественно, будет равна потенциальной энергии в этой самой точке. Вот и все. Так что давайте запомним просто определение, что потенциал – это та работа, которую нужно совершить, чтобы перенести, доставить заряд из бесконечности в данную точку. Ну и все. Значит, что мы делаем? 2 на 10 минус 4 степени джоулей поделим на заряд 4 на 10 минус 7 степени кулон. И получим 2 на 4, это будет 0,5. 10 седьмой пойдет сюда, 7 минус 4 будет 3. Значит, будет на 10 в третьей степени вольт. Ну, сколько это получается? Вольт. В. Да. Вот, ну и получится сколько? 500 вольтиков получили. Ну вот. Еще давайте одну задачку. Все. И еще одну задачку. И на этом самом деле закончим. Так. Значит, задачка такая. Переносим заряд из бесконечности в точку, потенциал которой 60 вольт. О, 60 вольт. И совершаем работу. 6 на 10. На 6 на 10 в минус 5 степени джоулей. Масипусенькую работу производим. То есть бесконечность-то находится недалеко от нас, а? Вот. Ну, какой заряд перенесли? Ну, определение, что такое потенциал. Работа по перенесению заряда из бесконечности в данную точку. Значит, у нас заряд, который мы переносили, есть отношение то работы, которую мы совершили, потенциал в данной точке поля. Все. Что делаем? Делим и получаем. Q равняется 6 на 10 минус 5 джоулей делим на 60 вольт. Делим на 60 вольт. Ну и что получаем? Нулик 10 минус 6, 6 на 6, 1. Вот получаем 10 минус 6 степени кулон. Или 1 микро кулон. Все. Задачки решил. Ну, иногда делаю тут всякие недочеты. Вот. Ну, ничего страшного. Вот. Извиняюсь. Ну, а пока спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, можете смело обращаться. С удовольствием отвечу. До свидания.